На 38% меньше браков, чем в первом полугодии 2019-го, зарегистрировали в Сургутском районе в этом году. Всего поженились с января до конца июня 229 пар. Связано это с пандемией коронавируса. Некоторое время ЗАГС вообще не регистрировал отношения. Сейчас свадьбы проводят, но с определенными ограничениями. Например, жених и невеста должны быть в средствах индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, а пригласить на торжество они могут только одного гостя. Поскольку многие не так представляли себе знаменательный день рождения новой семьи, церемонии переносят, отметила Юлия Фролова, начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района, поклясться быть вместе и в горе, и в радости после отмены ограничений, связанных с распространением ковида, решили примерно 30% пар. Кстати, на столько же процентов в ЗАГСе Сургутского района отметили рост числа оказанных электронных услуг. К тому же отдел записи актов гражданского состояния выгрузил все данные в единую всероссийскую базу. Это несколько десятков тысяч документов. Теперь жители могут автоматически получать некоторые выплаты. Все выплаты, которые были сделаны вот сейчас в период пандемии, они были сделаны без обращения органа ЗАГС в различные ведомства. Граждане подали электронное заявление, а ведомства получили через систему межведомственного электронного взаимодействия необходимые сведения из реестра. Это и количество рождений, это и наличие браков, да, или, допустим, родители лишены родительских прав, и тогда они не имеют права на выплату. То есть все эти сведения уже ведомство смогло получить в электронном виде. Теперь, благодаря единому для всей страны реестру, человеку не нужно, например, обращаться в ЗАГС по месту рождения или регистрации брака за копией документа. Он может прийти в отдел в Сургутском районе. Специалисты выдадут ему документ здесь. Добавлю, что самыми популярными детскими именами для девочек в муниципалитете являются София или Софья и Виктория, для мальчиков Артем и Максим. Называют детей необычно. Например, в Сургутском районе малышке дали имя Моника. Рождаемость в муниципалитете сократилась на 4%, и это естественно, отметили в отделе ЗАГС, и связано с демографической ямой 90-х-2000-х. В Сургутском районе на свет появились 720 малышей. Каждый получил в подарок шкатулку «Расту в югре». Такой презент родителям новорожденных вручают с 1 января этого года. В ней имеется мультикарта. При активации одним из родителей, значит, на портале госуслуг 20 тысяч поступает на счет одному из родителей. И при государственной регистрации рождения мы вручаем эту шкатулку. Ну, вы знаете, все очень рады. У нас право выбора было у родителей. Они могли получить эту шкатулку либо в роддоме при выписке, либо вот в органе ЗАГС при оформлении государственной регистрации рождения. И вот все в Сургутском районе, никто не выбрал получение там в роддоме, все получают в органах ЗАГС.